Йоу, ребят, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся по-прежнему в КС-очку. Сегодня продолжаем играть на сервачке эксклюзивный побег. Все ссылочки будут, как всегда, в описании. Друзья, кому понравится сервачок, обязательно заходите, играйте, конечно же. Кто хочет, покупайте привилеги. Друзья, я только что погиб. Можем, кстати, жизни купить. Сейчас покажу вам сервачок, поиграем здесь немножечко. Я частенько здесь играю, снимаю. То есть, друзья, почему бы вам не зайти, не поиграть здесь? Поэтому, если хотите, конечно же, со мной будем вместе играть. Так, друзья, давайте наживом, в принципе, все покажу. Кристальчики по очереди, блин, снова с вами зафейлились. Так, подарить жизни мы дарить ничего не можем, вроде бы, я так понял, да? Так, с меню распрыгай здесь, то есть распрыжка включена, ускорение можем все включать. Голосовать за босса, то есть скоро будет доступен здесь обновление. Сможете, друзья, увидеть. Здесь будет обновление, то есть будет босс на ветране, да, то есть это что-то новенькое. Дальше, что здесь по менюшечке есть? AMX мод меню, мы можем сделать рестарт, типа... Да, все, в принципе, я сделал рестарт, сейчас мы покажем вам... Я покажу вам ножи все, друзья, чтобы все было the best. Так, опа, погнали. Ножи кристалл, дальше акс урон, дальше уже ножи, друзья, по левелам, я их не смогу показать. Томагавк идет, так, вы не VIP игрок, а кто я? Пишется, что я у меня максимально привилегий, но пишется, что я не VIP игрок. Ладно, адский для админов вот такой, друзья, и некро для супер админов вот такой вот, тоже прикольненький. Я возьму, наверное, ну, наверное, некро тут скорость вот значительную дает вот. То есть здесь меньше скорость, а у некро вот больше скорость. Сейчас вы можете заметить это вот. Опа, и у нас скорость больше становится. Поэтому будем с ним. А также трейл можем выбирать. Радуга, допустим, или что, поменять цвет, выключить молнию. К примеру, вот молнию вот такой вот у нас цвет будет красивенький. Передача денег, меню распрыга. Здесь ускорение можно включать. Распрыжка, то есть вот такая недоступна. Вот включаем, и автораспрыжка у нас стоит. Далее менюшечка, друзья. Друзья, меню привилегий, тут VIP меню идет, здоровье, можем брать скорость, гравитацию, денежку, меню админа, так, здесь еще здоровье, так, меню админа, также здоровье, скорость, гравитацию, заморозку, денежку, подарить супер, подарить, то есть если у вас будет супер админка, сможете дарить подарки, то есть подарить, вот допустим, 100 здоровья, и, то есть, вы уже брали, то есть, сможете дарить. Супер админ меню получается, ребят, здесь можете воскрешиваться, управление модом и взять денежки. Спецназ победил, у нас, кстати, два прыжка, как вы видите, доступно, это очень здорово. Так, давайте быстренько выбегаем отсюда, выбегаем, как открывать. Опа, открыли, и быстренько на паутиночке вот так вот летим мы с вами, вот так, все по-крутому, все круто, все здорово. Блин, аккуратненько, аккуратненько, вот. Попадаем сюда, все, дальше я долетаю, все нормально. Опа, друзья, успел, успел, к счастью, успел. Так, опа, юзаем нашу паутиночку с вами. У нас еще два прыжка доступны, это вообще просто шикарно. Вот, раз прыжок, два прыжок, и сюда залетаем. Это просто шикарно, ребят. И вот так можем бэхопить, бэхопить. Здесь у нас бэхопчик получается такой маленький. И дальше продолжаем. Ну, нам нужно распрыжку как-то сейчас с вами набрать. Вот здесь попрыгаем немножечко. Так, опа, и погнали, погнали, друзья. Опа, блин, пришлось все-таки заюзать паутиночку еще раз. Опа, и погнали, друзья. Сейчас мы вот так с вами, вот так выхопим. Так, здесь лазеры, насколько я помню, должны быть, по сути. Так, чекпоинт собрали. Так, где мы с вами появились, куда нам бежать? Эмочка, здесь паренек сидит. Так, и он завалил, купить одну жизнь. Так, что еще по менюшкам есть здесь? Меню выдачи привилегий, сможете выдавать випки, випку плюс паутинку. То есть очень круто, вот, к примеру, плеер. Опа, и в чатике пишет Рамзес, подарил плееру випку. Ребят, сервачок однозначно прикольный, крутой, управление сервером, там сможете заходить, вот там, make smart меню, кикнуть, забанить, ударить, убить, сменить карту, голосовать за карту, сделать рестарт и все дела. То есть все легко и просто, в принципе. Цены на привилегии, друзья, я не вижу, где здесь. О, мы, кстати, играем за это, вот, это отличненько просто. Супер, 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 пупер. Так, ловушки активируются у нас, вот, сколько человек уже мы завалили просто, опа, вот так, блин. Так, так, где ловушки, эти ловушки? Опа, вот так, все, смотрите, как я просто забожил, сколько я человек завалил. Нормально, друзья, нормальная тема.
Просто мы столько человек с вами завалили. И сейчас еще посмотрим. Так, с меню распрыга. Так, здесь что у нас? Опа, опа, пацаны. Пацаны, вы что здесь не то делаете? Опа, паренек у нас там уже. Сейчас мы, значит, сюда быстренько гранатки взорвали. Это сюда. В какой нам заходить? Я уже не помню. Куда мы зашли? Мы зашли вообще не там, вроде бы. Нам в зеленый нужно, да? Или в какой? Да, вот, паренек здесь еще бы хопит. Так, давайте мы вот так здесь лазеры подождем кого-нибудь. Здесь это последний, насколько я помню. Вот, паренек там стоит. Так, а цены на привилегии вроде бы не покажу вам, потому что не знаю, как здесь посмотреть. Так, не показывается у меня почему-то привилегии, посмотри, купить VIP. А, вот, друзья, цены на привилегии можете поставить на паузу, посмотреть, очень дешево стоят. Если у вас будет желание зайти, купить какую-либо привилегию, обязательно заходите, друзья. Покупайте, кто хочет, будет круто и очень-очень здорово. Так, опа, мы попали по пареньку, одного завалили. Можем, кстати, вот здесь стоять, чтобы нам было проще намного и валить. То есть, да, круто. Здесь лазеры, вот смотрите, такие включаются. Круто, прикольно сделано тоже. Если мы сюда телепортнемся, здесь никого, по сути, нету. Сюда еще раз. Здесь также никого нету. И все, я даже не знаю, что делать там, в принципе, сейчас. Здесь люди еще вот бы хопят, как мы видим. Стараются, можно так сказать. Так, опа, давайте мы его здесь сейчас подловим. Опа. Ой, практически красавчик, паренек, красавчик. Чекпоинт собрал, ждет нас, наверное. Ждет нас, в принципе, наверное. Сейчас мы, смотрите, друзья. Нас завалили, специально победил. Ну, короче, друзья, сервачок однозначно прикольный. Кому понравилось, обязательно заходите, играйте. Конечно же, кто хочет, еще раз повторяюсь, покупайте привилегии. Скоро новые рубрики будут, как я вам обещал, будут, то есть еженедельно или ежемесячно. В принципе, их выпускают, думаю, вам будут заходить и будут нравиться они. Поэтому, друзья, поддержите меня лайкосиком. Обязательно подписочкой на канал, нажимайте также на колокольчик, чтобы не пропускать моих видеороликов и смотреть их первыми. Ну и в принципе все, кому понравился сорочек, заходите, играйте, конечно же, кто хочет, покупайте привилегии. Ну а с вами был Ярамзес, все дела, ребят, всем удачи, всем пока. Пока.